Еще несколько месяцев назад задолженность местных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Московской области составляла 3 миллиарда рублей. Но благодаря работе комиссии должники стали возвращать деньги государству. Наша комиссия – это уже последняя инстанция, где мы, собственно, пытаемся вникнуть в проблемы и отчасти даже где-то помочь нашим плательщикам, чтобы выйти добровольно на понятный график погашения задолженности. Дальше начнутся просто проблемы. Фискальная система заработает, будут уже судебные приставы, аресты, продажи имущества и так далее. В этот раз на беседу пригласили 25 представителей компаний-должников. Среди них инвестиционный центр «Гарант», «Заречье Инвест», корпорация «Союз Возрождения», «Мебель Молл», «Глобал Плейс», «Скул Альянс», «ДАК», «Дракон 21 век», «Веста НН». Пришли далеко не все, но нашлись и те, которые с пониманием отнеслись к просьбе районных властей и предоставили комиссии платежные поручения. Например, управляющая корпорация «Сколково СВ». Так, так, и пение платили. Это 790. Да, и задолженность и пение. На 21 тысяч. Приятно удивил и ЖК «Ресурс». У нас первая платежка 1 578 000. И, соответственно, пени, которые у нас были, 924 рубля и 28 тысяч. Это полная сумма. А это уже отчет по проделанной работе от финансово-казначейского управления. В результате проведенных совещаний задолженность во все уровни бюджета снизилась на 242,7 миллиона рублей или на 32%. В том числе в бюджет, консолидированный бюджет Московской области 230,4 миллиона или ровно 32%. Многие компании-должники не согласовывают с налоговой инспекцией акты сверки. И получается, что деньги они выплачивают, а спрашивают с них по-прежнему. Глава района призвал предпринимателей более ответственно отнестись к этому вопросу. Налоговая ждет вас с распростертыми объятиями в новом здании, удобном, комфортном, самом современном здании налоговой инспекции в Московской области. Большинство из тех, кто все-таки нашел в себе силы явиться на заседание, обозначали лишь причины, по которым они не платят, и просили отсрочки. В ряде случаев комиссия пришла к выводу, что компании даже не пытаются предпринимать хоть каких-либо заметных шагов по погашению долга, а только перекладывают ответственность с себя на государство. Таким несознательным организациям ставили жесткие сроки по погашению долга. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».